Тут какой-то бункер на улице. Паук! У меня была лестница! Убегай, Димон, ты еще жив, ты еще жив! Я не могу, я не могу, нет! Нет, она тебя сожрала! Ай, меня сожрала! Не поймаешь, так, не поймаешь. Ты за мной что ли идешь? А, я не в ту сторону вышел. Да, а, да, блин, да, да, фу, да, меня да, рыжий да, кот да, жрет. Да, нет. Да, да, да. Здорово, КТ-геймеры! Это новая страшная игра по типу Пи. Она называется Спайдер. Всем привет! Ну что, нажимаем play? Как бы мы будем играть за паучков, ну или будем выжившими? Да, посмотрим, что здесь происходит вообще. Опа-на! Так, как ты думаешь, кого выберут? Я хочу, чтобы я был пауком. Опа-на! Я хочу узнать, как я буду выглядеть в виде паука. Паучок, это, паучок. Это, по-моему, черная вдова такой, этот... Да, наверное, реально. Порода. Но это похоже, как в Спайдермене, когда его паук укусил, превратился в человека-паука. Ты! Нет. Нет, не ты. Карри! Какая-то Карен, это кто-то не наша. Смотри, что с ней происходит, ее ломает. Нет. Жестко. О, нет. Ее жестко ломает. О, нет. У нее даже голова вывернулась. Так, смотрим, что здесь. Анкл Боб, дядя Боб говорит, и поэтому ты никогда не... Чё? Ха-ха-ха, какую-то шутку рассказал, я что-то не знаю. Но серьезно, ты хороший парень, я горжусь быть твоим дядей. О, да. Кстати, в Человеке-пауке, помнишь, там тоже у него дядя был? А теперь дай мне еще вон тех вон штучек, я с голода умираю. Да блин, это не штучки, это как это называется? Это зефирки. Маршмеллоу, да, это же зефирки. Слышь? Так. Слышь? О! Что это был за звук? Меня это не удивляет, меня удивляет, почему у меня руки... Похоже, что это ничего, я пойду проверю. Сейчас вернусь. Блин, да все знают, что если кто-то пошел проверить, сейчас что-то будет. Не ходи туда, дядя Боб! Дядя Боб, Спанч Боб. О, что за звук? Беги! Беги! Ран, вообще... Что за фигня? Что за фигня? Я убегаю! Крестики. Бежим! Бежим! Так. Это что? О, домик! Возможно, я найду здесь помощь. Ага, сейчас, как вряд ли. Как я туда пройду, если там шипы? Не знаю, там у человека какие-то, ну, понаставили шипов. Ладно, let's go. Все, мы здесь. Все, давайте. Это у нас игра типа Пиги. Нам нужно находить что-то, предметы. Так, тут какая-то дверь, я вижу. Так, дверь, да, но нам нужны ключи. Так, нужен вот здесь синий ключ, видишь? А, здесь нужна, лестница. Лестница нужна, да. Давай, ищи все, что найдешь. Так, здесь какой-то обрыв. Тихо. Блин, я ничего не вижу, я вообще не знаю, куда идти. Майндер Тап тут в какой-то комнате. Давай, ищем, ищем. Похоже, что-то снаружи. О, что-то снаружи. Что там снаружи может быть? Тут какой-то бункер на улице. Там паук! Паук! Паук, там паук! Нужен зеленый ключ. Он закрыл себя, он закрыл себя. Отлично. Нам нужен зеленый ключ, ты не знаешь, где зеленый ключ? Какая она жуткая, ужас! Это похоже на австралийских пауков, блин, они такого же размера. Нет, нам нужно. Это пипец как стрёмно, это пипец как стрёмно. Она еще и звуки такие издает мерзкие. Да. Ты слышишь эти звуки? Так, пока мы ее отвлекали. Есть френч. Вы что-нибудь нашли? Да, я нашел френч. Где ее применить-то можно? Я знаю, это на заднем дворе, но она там, наверное, бегает. Нет, она здесь, это в доме, ее клан не отвлек. Вот она здесь, давай, открывай. Ты думаешь, там нужно? Это на заднем дворе вроде? Да, нужен? Это на заднем дворе, я тут вижу. Подожди. Давай, открывай. О, я нашел красный ключ. А как не активировать? В смысле? Нажми единичку. Я открыл красный ключ, я взял другой ключ, я взял фиолетовый ключ. Как мне хоть что-то открыть? О, здесь какая-то надпись. Здесь паутина! Здесь паутина! Не попади с нее, она тебя, наверное, задержит. У меня есть синий ключ. Она на меня хочет напасть. Беги, беги, держись, Димон. Бежи! Вы чё меня закрыли, блин? Тихо, они сами спасаются. Как мне выйти? Димон! Нет! Я в капкан! Она тебя зажрёт! Нет, нет, ты выбежал, да, молодец. Кто-то попался еще. Она только меня пытается схватить. Кто? Она поджидала меня, и она специально капкан поставила. Нужна батарейка, Димон, если увидишь батарейку, нужна батарейка. У меня нет батарейки, блин! Нам нужна батарейка! Почему это так стрёмно? У меня есть лом, да! Да, 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 иди сюда, иди сюда! Где, здесь, где? Здесь деревяшки, здесь деревяшки! Открой! Проходим! Вот! Кланя открыл, молодец! Он взял что-то! Чёрт. О, такие мерзкие! Там песик! Там песик! Какой песик? Тут паук-песик! О, нет! Паук-песик! О, его убили на 20 секунд! Кто-то дал песику!
не песику, а кто-то дал это, ну, побрызгал. Ну, да-да-да. Прикольно. Кто-то отвлек ее. Смотри, о, я нашел лестницу, походу. Да! Погнали наверх, срочно, я нашел лестницу, наверх. А, Клани, все, пал. Срочно идем наверх. Он под столом! А-а-а! Нет! Он тебя сожрал! Нет, не меня, это Мамзер! Быстрее, как наверх пробраться? У меня я есть это лестница. Запомню! Все, кого-то она сожрала. О, нет! Где лестницу использовать? А, это в другой комнате, в другой! А-а-а! Дверь! А, я сам себя закрыл к ней! Блин! У меня была лестница! А-а-а! Жесть! Она меня... Убегай, Димон! Ты еще жив, ты еще жив! Я не могу, я не могу! Нет! Нет, она тебя сожрала! Ай, меня сожрала! Жесть! Это было пипец, как стрёмно! Этот пёсик всех жрет! Капец, блин! Это было пипец, как стрёмно! И прикольно. Австралийский огромный паук. Так, давай посмотрим, что в магазине. Так, тут есть, смотри. О, русский мен. Русский мен? Да, русский. А, солдат. Русский. Но это не русский, это просто солдат. Астроном, смотри, астронавт, смотри. Реально прикольный. Смотри, астрономия. Тру-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он Родиона выбрал! А-а-а, Родиона ломает! Жесть! Хотя я когда не могу уснуть, вот так же меня ломает. Да. Окей, еще разок, еще одна попытка. Давайте, теперь мы уже знаем, что делать примерно. Так, интересно, где использовать зеленый ключ, ты знаешь? Угу. Да? А, я нашел, где использовать зеленый ключ. Так, открываем. Отлично! Здесь нужна батарейка! Пап, здесь нужна батарейка! Все, я иду, я ее сейчас возьму, я же знаю, где она. Да, и тут есть рычаг. А, где эта полка, блин? А, улита батарейка. А, все, она есть, да, погнали, погнали. Так, активирую. Есть. Ты активировал? Да, я что-то активировал. Что-то активировал, двери. Теперь нам нужен рейндж. Где-то был этот ломик, ломик. О, я нашел лесенку. Пойдем со мной, мы открываем сейчас лесенку. Так, где лесенка была? Вот, 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 смотри, видишь? Хоба. Стоп, а он же был в той двери, которая была закрыта. О, в чердак, что здесь, какие-то надписи? Они неправильные. They wrong. Они не правы, да. О, вот эта штука, ты что не взял ее? Какая? С4, взрывчатка, я взял. Пойдем на улицу, сейчас будем взрывать С4. Еще что-то есть? А! Класс. Погнали, погнали. Мне больше всего здесь нравится, когда спрыгиваешь. Иди сюда, куда ты пошел? А, разве нам в ту сторону? Где задний дворик-то? Да. Да, здесь, пойдем, я сейчас взорву, у меня есть С4. Иди, смотри. С4. Чуть-чуть, отходи, отходи! Бан! Пойдем быстрее в бункер. Что там? Это что-то за странный бункер. Это лазеры. Лазеры, здесь нужно что-то еще. А, здесь нужен гаечный, вот тот гаечный ключ. Помнишь, в прошлом раунде ты не мог найти ему применение? Да, нужно было просто дождаться, когда бункер откроют. Срочно, нам нужен гаечный ключ. У кого он я есть? Я хочу себе гаечный ключ. Подожди, кто-то взял? Я его владелец. Нет? Родион паук. Осторожно. Не нашел гаечный ключ? Нашел. Кто нашел? Его, блин, Клани сейчас заберет. Ну все, пойдем. Есть, я забрал. Пойдем, пойдем на улицу, отлично. Давай, я тебя жду внизу. Я слышу его. Маленький. О, жесть. Он встал на моем пути. Осторожно. Он поставил капканы. Не попадись в капканы. А-а-а, Димон, держись. Нет. А-а-а, ты чё? Паутина. Не, захвати. Давай, проваливаемся. Я спрыгиваю, есть. Так, активируем. Активируем. Желтый ключ, я нашел желтый ключ, где использовать. А здесь, наверное, тоже он не нужен. Пойдем, все, там уже выход, скорее всего, открыт, он не нужен. Да, скорее всего. Погнали. Да, он, скорее всего, итак, не нужен. Итак. А, паук! Черт, идем сюда, блин, вот мы вылезли, я не думал. Фиолетовый ключ, а фиолетовый ключ, наверное, за золотым. Да. А, вот, уклон есть, все, открыли, 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 ну. Давай. Yeah, есть, мы прошли! Смотри, смотри, тут концовка. Мы на причал и вот на лодке. Игра окончена. И... Мы на лодке уплываем. И чё тут, и чё тут, и чё тут? Ты сбежал. Ты сбежал. Пока. Пока сбежал, да, на данный момент. Сбежал. Класс. Супер. Это было очень классно. Офигенно. Если вам понравилось, то сразу... Лайк. Лепим лайк. Игруха огонь. Мы теперь в неё будем играть, если будут другие главы. Очень классно, да. Кстати, пап, мы же забыли кое-что снять. Что? Как я за паука играю. А, да, давай, да, и я не играл, и ты. Давай. Так, мне нужны монетки, я хочу себе скинчик купить. Итак, покупаю себе монетки. Так. И покупаю себе крутой скин. Какой, какой, например, какой ты хочешь? А, вот этот электрический, который давай ты хотел? Давай электрический, давай. Давай, электрический, прикольно, какой-то крутой скин. Все.
Все. Вот он, смотри. Взяли. Давай, вступай в игру. Так, выбор пауков. Выбор паучка. Спайдермен. Спайдермен. Отдохните, вам установились не пауками, а спайдерменами. Интересно, интересно. Так, кого же? И... походу, тебя нет. Меня! Тебя! Я буду пауком! Нет, меня сломают! Жестко, смотри! Сейчас посмотрим. Это я так же ломаюсь, когда я сплю. Короба-паук сейчас будет. Короба-паук, что может быть лучше? Так, надеюсь, он не появится. О, я появился. О, да. А ну, команда, иди сюда. Я сзади тебя. Я сзади тебя пробегаю. Где ты сзади меня? А я не скажу. А, я поймал в клане. Я видел тебя, ты такой стрёмный. Да блин. Кстати, вот в этой игре реально ловушки, они действуют, мне кажется, очень удачно. Так. Ты попался! Корова съела! Корова-паук! Корова-паук тебя сожрала! На тебе, на тебе! Все, я тебя убил! Я убил! Так. Кого выберу пауком? Надеюсь, Димона, надеюсь. Хочу посмотреть на его скин в виде. Интересно, что с Люсей будет? А что с Люсей реально будет? Так. Ну-ка. Фу! О, на тебя паук запрыгнул! Фу! Димона ломает! Смотри, как меня ломает жестко! А Люся вообще пофиг, смотри! Воу! Люсю так перекороче! Чё там с Люсей? Такой у тебя зад отрубленный почему-то, непонятно! Смотри, твоя цель убить! Твоя цель убить. Да, ставь ловушки контролом. А, лестницы появляются. Они видны только мне. Только для паука. Да, ну-ка попробуй. О, фу, какой ты мерзкий. Смотри, ты уже здесь. Смотри, как ключи перекорочил. Где? А, да. Такая вперед торчит. Нет, тебе меня не поймать. А ну иди сюда, мистер. Тебе меня не поймать, рыжий кот. А, фу, какой ты неприятный. А ну иди сюда. Не поймаешь, так. Не поймаешь. А, давай кого-нибудь. Здрасте. О, чуть меня не поймал. Опа, так, ставлю сюда. О, нет, смотри назад. Ты за мной, что ли, идешь? А, я не в ту сторону вышел. Да, блин. Фу, меня рыжий кот жрет. Нет. Жесть, я зачем ломик-то взял? Фу, смотри, как я залажу. Офигеть. О, смотри, а давай попробую кому-нибудь на голову спрыгнуть. Кто-нибудь из них выйдет, я им на голову прыгну. Да ладно, что не буду. Это будет слишком долго. Я могу на стол залезть, ты что, не знал этого? Ты что, не знал, что я на стол могу залезть? Кто-то тебя отбирал, сзади. А, Манзер. О, тут они уже открыли, что ли? Давай, фу, какой ты звук. У меня такая отрезанная. Вообще, такой ты, да. Так, он где-то здесь был, провалился. Я даже мерже выгляжу, чем обычный паук такой. Мерже? Он попался в паутину. Димон его сожрал. Прикольно, в ловушке. Я Жотара съел. Димон съел Жотара. Так, Манзер остался, он где-то где сейф там. Так вот, я его... Давай, прям сверху на него. Ну ты просто зверюга. Ты просто зверюга. Ну, такой паук. А прикиньте, такого паука, вот мой скин. Да. Встретить в реальности. Димон убил всех выживших. Крутой паук, крутая игра. И причем такой мерзкий, да? Да, он вообще такой мерзкий, жесть. Вообще жесть. Надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Мне она очень понравилась. Очень мерзкий паук, очень страшный, но играть прикольно. Реально одна из лучших пиги подобных. Да, поставьте лайк, если вам понравилось. Реально классно. Ну все, на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот Гейм? Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видосики. Все, всем пока. Пока, друзья.